Всем привет! И в этом видео мы с вами еще раз попробуем измерить стартерный ток данных аккумуляторов с помощью такого вот автомобильного тестера. Ну и в последующем проверим вот этот вот защитный модуль. Чего хочется мне еще сказать, что здесь уже перемычки я поставил самодельные. Они, конечно, у меня получились получше, чем заводские. И прежде чем, вот, допустим, вы, если приобретете такие аккумуляторы и будете делать сборочку будете делать вот таким вот шестигранничком. Вот как видите, я его на всякий случай заизолировал. И для чего я это сделал? Вот предположим, вот такая вот вещь. Вот когда вы собираете, у вас нечаянно, вот видите, плюс перемкнет с минусом, то тут будет искра мамонегорюй. Итак, давайте сейчас попробуем замерить ток. О. Так вот хорошо видно. Просто замечательно. Возьмем как жидкий электролит. Ну, попробуем взять стандарт ЦЦА. Далее, ну вот 2000 ампер, это здесь у данного тестера это максимальный ток, который он измеряет вообще на аккумуляторах. Ну и нажимаем Enter. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Так, у нас получается 1848 ампер. Но это вообще довольно-таки неплохой ток. Ну ладненько. Переходим сейчас к БМСу. Вот к этому. Что я хотел еще сказать, прежде чем я буду подключать, что вот здесь вот это B минус и P минус, тут выходят как бы отдельные клеммы. Далее к ним привязаны провода, ну не привязаны, а прикручены здесь на двух винтиках. Провода эти имеют сечение 16 миллиметров. Длина тут небольшая, примерно сантиметров 20. И при желании можно спокойно, вот открутив вот эти винтики здесь и здесь, эти провода поменять на другие. Ну ладно, переходим сейчас. Сейчас я соберу это все, и мы посмотрим, что у нас получится дальше. Произвел я сборочку, подключил я защитный модуль БМС к своим литиевым аккумуляторам, и для того, чтобы данной схемой можно было пользоваться в качестве источника питания, будет необходимо плюс от зарядного устройства подключить сюда, минус подключить сюда к выходу БМС, ну на какое-то время, скажем, секунд на 5-10, ну и чтобы ток был входящий, ну примерно пол ампера. Даже несмотря на то, что аккумуляторы заряжены, если этого не сделать,
что данная сборка не будет работать как источник питания. Так, ну и давайте, собственно, проверим, работает ли у нас эта схема как источник питания. Сейчас вот попробуем вот от плюса. Я подсоединил проводок. Сейчас мы подключим к минусу обычную лампочку. Ну, как видим, все работает. Со смарт-функциями данного устройства я еще не разобрался. Вот это здесь Bluetooth модуль. Также можно будет это подключить к ноутбуку. Ну, соответственно, перед этим нужно установить определенные приложения или программное обеспечение, как это еще по-другому называется. Так. Ну и чтобы, как говорится, попробовать еще кое-что, давайте протестируем данную схему. Вот сейчас я это мы попробуем делать с помощью вот такого тестера. Значит, ну плюс у меня здесь уже от тестера подсоединен к плюсу, а минус мы сейчас подсоединим к выходу БМС. Ну, выход у нас тут один. Вот все подсоединили. Так, тестер у нас загорелся. Посмотрим, что это дело у нас покажет. Какие будут показатели вообще сейчас по сопротивлению. Так, 1025 ампер ток, который может дать эта сборочка. Хочу сказать, что, конечно, сборка это имеет какое-то сопротивление. Так, сопротивление у нас 2,87 миллиома. Ну, при таких показателях, с учетом заявленного тока продолжительного, а видите, тут написано, да, 150 ампер, этим устройством вполне можно пользоваться как источника питания. Так, ну ток заряда у нас в два раза меньше, составляет 75 ампер. Ну вот, на этом все пока.